Здравствуйте! На одном интернет-сайте я нашла необычный рецепт кекса. Он мне понравился своими ингредиентами, и я решила его испечь дома. Он получился очень вкусным и ароматным. И сегодня я поделюсь этим рецептом с вами. Нам потребуется масло сливочное, мука, разрыхлитель, яйца, сахар, клюква замороженная, конфеты Джотто, курага, фундук. А для глазури понадобится черный шоколад и сливки. Прежде всего я просею муку с разрыхлителем. Масло с сахаром перетираю до однородности. Делаю это я миксером. Постепенно ввожу яйца. Муку и молоко я ввожу, чередуя яично-масляную смесь. Тесто я добавляю орехи, аккуратно перемешиваю, клюкву, и курагу. Курагу я режу напополам. Последними я отправляю конфеты Джотто и очень аккуратно перемешиваю. Тесто перекладываю в заранее смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой форму. Разравниваю и отправляю в заранее разогретую духовку. Готовый кекс достаю из духовки и полностью даю остыть в форме. Кекс остыл и можно готовить глазурь. В горячие сливки я всыпаю шоколад, поломанный на кусочки. Массу постоянно помешиваю, пока шоколад полностью не растопится. Глазурь немного остужаю. Остывшей глазурью заливаю кекс. И украшаю орехами, Джотто, курагой и клюквой. Ароматный, сочный кекс готов. Можно подавать к чаю. Приятного чаепития!